Здесь нам показывают, что если взять сметану, добавить в нее лимон и соль, то получится сливочный сыр в два раза дешевле. Я раздобыл сметану, добавил в нее все это добро, хорошо перемешал до однородной массы, выложил эту тему на марлю и положил в холодильник на 12 часов под пресс. Через 12 часов достал, и у меня получился сливочный сыр 180 грамм. Ну что ж, давайте пробовать. Не, ну а чё, похоже. Ну немного не хватает сахарка. Давайте сделаем ролл. 120 грамм риса на целый лист нори, добавляем свежеиспеченный сыр, кусочки лосося и огурец. Скручиваем ролл квадратный и нарезаем его на 8 равных частей. Выкладываем на красивую тарелочку, добавляем все прибамбасы и японскую вилку. Макаем и съедаем, пока никто не видит.